А это уже следующая вылазка. Что-то у ежей не получается. Ну да, это уж совсем неприлично. Да, цыганский скарб. Полетели, почему-то упали. Ну, рожденный бегать, летать не может. О, а кто это такие? Светлана Федоровна и Светлана Николаевна. Да какая молодая. Правда, дамоклов меч был тогда еще занесен. Это дамоклов. Это к нам гости пожаловали. И мы все перешли на другое место. О, это Дроздецкий. Кого я вижу? Боже мой. Знакомые все люди. И Эдик такой молодой. И юный Дроздец позади. А ну давай, наяривай. Пришли друзья. О, Дроздец. И нам пришлось уйти на другое место. Это боцман. И с гитарой в руке. А вот гвардия морской пехоты. Это привал. Ёжи шел в себя, пытался разобраться в своих мыслях. А ну давай, наяривай. Интересно, что у него в бутылке? И не верится, что ребята с Литейки. Здоровье пышет. Интересно, что он там так душевно поет. Закусь своевременная. Я так думаю, тост посвящается нам. И вам, и всем. Это пирожок или огурчик? Чем я там занимаюсь? Нет, это кусочек.